Солнцу быть, а вот с майским теплом небесная канцелярия, кажется, повременит. К прохладе, что пришла в город, добавился порывистый ветер и даже ночные заморозки. За неделю город пережил все стихии одновременно. Обильные дожди, существенное похолодание и шквалистый ветер. Садоводам в конце недели пришлось спасать растения от заморозков. Синоптики уверяют, всему виной активные атмосферные фронты. В Руанде проливные дожди стали причиной наводнений. Из-за них в регионе произошли оползни, затоплены целые населенные пункты, разрушены дороги и мосты. Погибло 65 человек. Во Флориде свирепствуют лесные пожары. Сильный ветер и низкая влажность привели к резкому увеличению пожаров. Площадь возгорания увеличилась в 10 раз. Власти эвакуировали из региона около 1500 человек. До середины мая погода будет неустойчивая, не обойдется без дождей, может выпасть и снег. Из-за воздушных масс северо-запада Европы температурный фон будет пониженным. Значительное потепление ожидается лишь к концу месяца. В ночные часы слабые заморозки. Днем воздух прогреется до отметок в 15-20. Завтра синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью от 6 до 8 выше нуля, днем до 16 с плюсом. Кристина Ириянс, Павел Зуев, Бобруйск, 360.